В Конго обезьяна поблагодарила своих спасателей. Шимпанзе нашли в ужасном состоянии. Животное было крайне истощено и не могло самостоятельно добывать пищу. Тогда доктор Джейн и ее коллеги доставили обезьяну в приют, где и проходило лечение. А когда наступило время возвращаться в дикую природу, шимпанзе отвезли в заповедник. Там обезьяна очень трогательно поблагодарила людей, а особенно доктора Джейн,